Ребят, приветствую. Значит, вот такой вот осмотр колясочки, называется Данки Прайм. Коляска не китайская, то есть детская прогулка. Весит она всего 6,5 килограмм, это его преимущество. Собирается, как вы видите, в обычную маленькую коробочку собралась. Сейчас посмотрим. Также можно выбрать любой цвет, выбрали в данном варианте черную. Сейчас достанем. Посмотрим, что там у нас, как она выглядит. Сейчас, минуточку. Коробка, коляска, как видите, полностью новая. Вот так вот идет комплектик. Это у нас будем рассматривать. Вот так вот колясочка идет. Видите, в принципе. И вот такие вот колесики. Как видите, полностью все новенькое. Качество коляски хорошее. Потому что раньше увидели у знакомых. Эти собираются очень быстро. Раз. Раз. Здесь вот, вот так вот взяли. В принципе, можно ее поднять. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас рычажки. Сейчас мы их откроем. Итак, чтобы разобрать коляску полностью, есть вот такие вот рычажки. Раз, разбираешь, коляска, в принципе, собрана. Как видите, очень быстро собирается. Есть огромный такой вот козырек. Коляска нейтрального цвета, много, вот и дождевичок еще в комплекте, еще что-то положили, ага, вот это вот москитная сетка, вот, крепление различные, инструкция вот по сбору и самое главное, хорошие защелки, ну и вот такая вот держатель для кофе, то есть чашку вот здесь вот цепляешь, как на дорогих колясках, на праймах в принципе, цепляете и можно пить кофе, идти. Коляска хорошая. Самое главное ее преимущество, это то, что она собирается в маленькое. И, конечно, ее проходимость. Как видите, очень отличная, функциональная. Здесь есть вот такой вот дополнительный ящичек. Также огромный багажник. Нижний, где можно расположить очень много вещей. По дому. В принципе, очень хороший вариантик. Как видите, отличный. Вариант многофункциональный. И самое главное, что быстро очень складывается. Это ее преимущество. Вот такой вот осмотрик коляски Prime. Данки. Надеюсь, было вам полезно видео.